Послание Отца Абсолюта 25 января 2021 года. Совместное освобождение. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим об энергии времени в глобальном масштабе, о том, как меняется время в свете новых энергий, поступающих сейчас на Землю. Наверное, многие из вас заметили, что сейчас время для вас уже даже не бежит, а летит. И это действительно так. Почему это происходит? Прежде всего потому, что так оно выходит из матрицы трехмерного мира, и, избавляясь от линейности, так же, как и вы, возвращается домой. Дело в том, что, находясь в пространстве третьего измерения, энергия времени была вынуждена понизить свои вибрации, чтобы войти в резонанс с человеком и той средой, в которой он обитает. И сейчас вы все вместе перемещаетесь в новое высоковибрационное пространство, где уже совсем другие физические законы и где время будет вести себя иначе. На самом деле под словом «безвремени» подразумевается не только его бесконечность, но и высокие вибрации, соответствующие вечной и неприходящей энергии любви, являющейся средой обитания всех высокоразвитых цивилизаций. Тот, кто попадает в это божественное царство света и любви, действительно забывает о времени. Ведь все его мысли, эмоции, действия, поступки пропитаны этой энергией, которая не знает ограничений ни в чем, поскольку она однополярна, а значит лишена каких-либо рамок, которыми полон дуальный мир. Пока еще вам трудно осознать это до конца, но попробуйте представить себе следующую картину. Вы попадаете в прекрасное место на Земле, где нет ни страха, ни борьбы за выживание. У вас есть все, что вам нужно для жизни. Дом, еда, любимая работа, которой вы занимаетесь в свое удовольствие, не спеша и не стараясь кому-то угодить. Вы пребываете в состоянии полного душевного покоя. Вам некуда торопиться, вам не нужно думать о хлебе насущном. Вас окружают близкие вам по духу люди. В этом мире нет разделения, зависти, осуждения. В нем полностью отсутствует агрессия и страх. Каждый человек делится с другим лучшим, что у него есть. Это тот самый рай, о котором многие так мечтают, и в нем действительно отсутствуют какие-либо временные рамки, в которые загнали человечество хозяева Земли, завладевшие не только сознанием людей, но также их физическими телами и их судьбами. Но сделали они это так тонко и умело, что люди не заметили, как оказались в плену. И то, что происходит на Земле сейчас, является ярким тому примером. В этих низких энергиях время обернулось против человека, уплотняясь все больше и тем самым укорачивая жизнь тех людей, которые все еще подвержены влиянию трехмерных программ. Являясь отражением сознания человека, энергия времени жила по правилам дуального мира, таким образом тоже оказавшись в плену завоевателей вашей планеты. И сейчас наступает период вашего совместного освобождения от тысячелетнего рабства. Именно поэтому, дорогие мои, мне хочется, чтобы вы уделяли как можно больше внимания вашему неизменному спутнику по жизни, времени, и осознали все тонкости вашего с ним взаимодействия. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.